Ядина – талантливый дизайнер-художник, автор интерьерных картин. Я яркая и гармоничная личность. Раскрываю себя в искусстве в полной мере. Пишу картины, провожу интерактивные проекты, импровизации, создаю визуальную концепцию аккаунтов. Моя страница в Instagram – Дина Артист, наполнена стилем, красотой и изяществом. Это островок гармонии и визуального наслаждения. Я безоглядно влюбилась в искусство в 10 лет, и с этого начался мой большой путь в мир творчества. Порой он был тернист, но всегда безукоризненно прекрасен. Я влюблена в краски, кисти, бумагу. А мое упорство и самоотверженный труд принесли плоды. Я популярный дизайнер-художник с четкой концепцией и собственным стилем. На данный момент я создатель проекта Art Improvisation, совершенно уникального в своем роде. Он перевернул представление о современном искусстве. Мои картины неповторимы. Я вкладываю в них историю, душу, оригинальность, проницательность и частичку себя, индивидуальность своего искусства. Каждое полотно создается в определенной энергетической силе, под определенную музыку, которая настраивает на творчество. Когда я нахожусь в этой атмосфере, я передаю то, что переживаю на уровне подсознания. Видя мои картины, люди ощущают весь спектр эмоций – радость, грусть, любовь, теплоту. Им хочется смеяться и плакать. Они чувствуют доброту, божественность, сверхъестественность. Я создаю свое искусство за пределами человеческого сознания. Я показываю больше, чем мы понимаем, видим, осознаем. Я бесконечно влюблена в жизнь и в свое творчество. И я счастлива, что именно имею возможность делиться с этим. О картине «Терновый венец». Эта картина глубоко лична для меня. Иисус играет большую роль в моей жизни. Он наивысший авторитет и источник жизни. Бог есть любовь, всеобъемлющая и бескрайняя. 5D-картина создана по мотивам фильма Мела Гибсона «Страсти Христова». Погрузиться в особую атмосферу мне помогла композиция Юлии Фридрих «Спасибо за крест». «Терновый венок» или «Корона отверженных» это древнейшая история об Иисусе, которая трогает меня до глубины души. В ней отражается нечеловеческая боль и в то же время вселенская неземная любовь. Создание этой картины вызвало во мне особенное трепетное волнение. Я погружалась в небесную атмосферу, чувствовала сверхъестественное воздействие. Это моя первая работа в 5D-объеме, и я рада, что именно эта работа стала первой. Я старалась максимально натурально изобразить терновый венок, чтобы к этой истории, которая так сильно трогает мое сердце, прикоснулось как можно больше людей. Каждая линия моей работы пропитана глубоким уважением и благодарностью к Богу. Через искусство я выражаю свою прочную духовную связь с Ним, отражая на холсте весь спектр своих ощущений и чувств. Это искусство, к которому хочется прикоснуться.